Сейчас ты мостом шкрябать будешь. Давай, давай. Да, дорожку рисуй, как я и сказал. Мостом. Все-таки 35-й, 33-й есть разница. Кто-то там, блядь, нелегальным делом занимается. Давай, лезь, лезь! Как стрекозел, блядь, тут прыгаю. Лёха утонул. Посмотрим, как тут тиранчик пройдет. Патрол прям была глубоко. Ну, нормально, скажем. На тирана даже, короче, не поднимается стрелка нагрева, короче, мотора. На нуле лежит постоянно. Греться не успевает. Из лужи в лужу. Так, посмотрим, этот патрульчик будет выходить. Так, где-то будет тиранчик. Правда, у него тормозов нет, он может меня переехать. Ну, есть, но слабые. Все выглядит по-детски, но это нихуя, пацаны, не по-детски. Спуск серьезный. Когда первый раз спускался, я какнул. А вот ручка патроловская, прикольная. На УАЗе, блядь. Опа, здесь. Что-то ваш мопон здесь заикается. Устал. Телефон да с руки выдернет, да. От деревья. Так, на первый тут пройдем, да? Да, готово. И на второй прошел бы. Это под крылок поезд, похоже. Нормально ложился. Oh,
красота, блядь. Ой, это уже выезд там. Нихера, блядь, трактор, конечно.